Все. Видео? Видео? Так, где остальные все? Сейчас Евангелие будем читать. Калиников. Я! Где Евангелие посеял? Давай, читай, иди. Это не Игнатий. Да, вот он, лагерь Стан знаменитый. Вот что с ним стало. То есть как музей стал. Ну все, в принципе, осталось на месте. По ночам, знаешь, что вот кто говорит, он с палочкой вот так вот встаешь там где-то. Ну, вот крест. И охраняешь, понял, охрана. Все, ночью охраняешь. Звезды там, все как. И он потом, куда мы молимся? Пойдем, отойдем, что-то он рассказывает. Ну, интересно. А что, выставлялся на охрану, да, человек? Ну да, если ты разговариваешь, все, это тебе как будто наказание. А. То есть ты разговаривал, тебя выводят. Да, на посту стоять, охранять там, дом свой там или еще что-то. И потом он говорил, что дети специально разговаривают, чтобы с ним пойти походить. Ну ночью, да? Звезды, ты смотри, знаешь, как интересно. А сколько он стоит, всю ночь не спит? Ну ты что? Ну так из видео так кажется. Да не, ну как всю ночь? Не, а ну если ребенок туда. Ну а так охрана была такая ночная здесь, вот когда здесь могли нападение украсть. Не было охраны. Все, Господь охраняет. Ну как, какая охрана? Все спят. А вышка. Игнатий Тихонович же там дома был. Подожди, а вышка здесь где-то. Это не здесь она вышка была, которую смотрели, наблюдали. Здесь она была, вот. Вот так она стояла, ее демонтировали. Ага. Здесь вышка. Ну, высоко достаточно. Там всякие городки, знаешь, вот для, ну как бы вестибулярный аппарат развивать там. Много было всяких разных этих снарядов, так скажем. Ну все деревянное. И все работало, самое это интересное. Ну, газ, да. Эти ходули были, дети на ходулях ходили. Две пары ходули. Я это еще застал. Там ягода росла. Как-то разная. Да, вот что значит энергия, желание, сила воли и благословение Божие. Здесь великолепный хлеб пекли, вкуснейший. Здесь вот пекарня, здесь Володя. Там труба какая мощная, Виктор. Смотри, вообще. Смотри, какой диаметр какой-то. Я не знаю, в обхвате сколько там, сантиметров 40 диаметр, может 50, я не знаю, смотри какая. И вот насколько, да. Вот это склад просто, тут как инвентарь хранится, а вот там уже жили, вот это мальчики вон там. Угу. А вы где ночевали? Я вот здесь жил, в этой. Володя с Никитой вон в том последнем. Здесь уже девчонки, там, ну, вожатые, там, как волонтеры, так скажем. Там дети. Здесь тоже жили. Тоже, как правило, девчонки. А когда дождь, чем занимались? В теннис играли вот здесь, настольный. Вот в этом здании? Да, вот здесь. Или фильм смотрели, к Игнатию Тихоновичу шли, он там такие скамейки. Ну как кинотеатр такой получался. Видеофильмы там всякие. Ну, интересные. Специальная подборка. Либо Авраам, там, Моисей, либо там, как вот этот фильм-то. Я легенда? Я легенда, с комментариями, там, с толкованиями. Вот выбрал же Игнат Тихонович, да, фильм? Я легенда, там, все. Пророческих фильмов. Сколько он тогда может? Может, он же много каких не посмотрел еще. Он бы там тоже много чего бы нашел, наверное. Да. Что еще, я не знаю, что еще было хорошего. Да все было. Дети прям радостные, весь день, с утра до вечера. Улыбка не сходит. Не, ну кроме когда вот разбор полетов, тогда все серьезные, короче. Ну да. Напряжение полное. А вот когда так, все, они. Ну Игнат Тихонович так спрашивает, что всегда. Все никогда себе ответить не можешь ничего. Отдельно от него, ну легко бы ответил на этот вопрос, но он спрашивает, все теряешься. Да. Значит, я сегодня даже слово плагиат забыл, компромат сказал. Что-то спрашивает меня, что-то думаю. Взрослые дети все серьезные. Очень сильно напрягались. Еще? Ну, лидерский, да. Что за мешок? Я знал, что за мешки. Что за мешок?
У меня только что я знал, что за мешок. Я говорю, да это маленький, короткий, просто смотрю, длинный мешок оказался. Как будто прям... Вот тут однажды вот какой-то парнишка приехал, и он... Что же он сделал? То ли он матом, или не матом, или он как-то, знаешь, жестоко поступил. Он так его, ну так смирил, ну слушай. Там так он его морально, и даже... И говорит, знаешь, вот так, раз на колени... Это было вообще потрясающе. И он, знаешь, его самого потрясло. Ну вот этого мальчишку. Вот я запомнил это один раз прям. Ну он принял это? Он его отправил. Потому что он, ну нет, он как бы такой, он много раз нарушил вот устав, все. И по-жесткому. Ну да, знаешь, как бы это уже, как объяснить-то. Ну, как будто совесть уже, знаешь, сожженная у него, вот так он себя вел. И вот Тихоныч, так он, ну, так он накалился, знаешь. Ну, в моральном он, морально его. Так отчехвостил. У меня вот один раз такое видел, прям. Знаешь, как будто сейчас, знаешь, сейчас, как будто вот начнется шторм, гроза, понимаешь. И тут такое вот произошло, и он так это все... Не который мать свою что-то против матери сказал? Нет. Я слышал, что когда кто-то приехал и один... Ну, это было годами раньше. Это... На мать сказал, и он говорит, мы не можем, иначе нас Господь уничтожит просто. Потому что должен быть предан смерти, кто злословит отца или мать. И до него дошло, он понял, что он совершил-то. И... То есть он настолько вот, ну, не знаю, он его сокрушил. Он видно, что сокрушился, вот этот парень. Ну, может ему и когда-то он вспомнить это. Вот. Но он его отправил. Ну, да. Он его отправил. Это очень, ну, это практически никогда не было, чтобы он кого-то отправлял. Но это вот случай такой, что он расстался с ним. Папа, ну, то есть не вот сразу после этого случая расстался или после он нарушал? Ну, это был ряд вот нарушений, и вот потом вот это вот, да, вот это произошло, он его так прям жестко его отчитал. Ну, и все, и вскоре он уехал. Вот. Что еще было? Много еще было. Меня, вот, знаешь, вот я топором взял, ну, тут отросток, какого-то дерева было. Ну, это я помню. Для того, чтобы он, видимо, подпирал. Он, это, а я не знал. Ну, доброе дело Виталий сделал. Я, короче, бам. Дерево. И все, и мне он хорошо меня он отчитал. Это мне повезло, я этот козырек сделал, мне еще не попало. Скорее всего, не упадет. Нет, все, Игнатий Тихонович сейчас уже по-другому. Я еще там гвоздь в туалете нашел, надо загнуть. Сейчас он уже, ну, совсем уже, ну, не так. Уже, видимо, ну... Ну, он, я думаю, переживает вот за свою родню себе. Конечно. За Валентину. Он сейчас... Да это он не показывает. Он на них сконцентрирован. Очень сильно на своих. Он сейчас уже... Возраст, конечно. Ну, и вот это вот происшествие, это, конечно... Ну, представь, она... Ну, то есть они вот с Валентиной, они в дружеских... 100% в дружеских отношениях были. С ним-то понятно, с тем... Вот, а Валентина и все, она постоянно заботится, все там, они приедет там, напекет нам что-нибудь каждый практически день. Володя там, все с Володей, ну то есть добрые, нормально. Да, ну, у меня абсолютно к ним добрые, я во сколько их вижу, но вообще, ну, но совершенно. У меня тоже никому ничего нет. И вот так сейчас все повернулось, конечно, это. Да. Ну вот. Вот тут качели любили нахуй. Дети на качелях. Две огромные такие эти. Как он их называет? Напомню. Тарзанки, да. Во, вот это было. Они очень, ну, разбег был большой. Вот, и... Просто ну, полет, настоящий здесь? Метров шесть, сколько здесь высота приличная. Все, дети это прям вообще любили. Да и вообще, я говорю, детям тут просто вот было. Я подойду, интересно даже. Нет. Они когда прощались, мне со слезами, понимаешь, отсюда уезжали. Да. А главное по роликам, ну это вот этот дух, он трудно его словить-то людям, кто не здесь не был. Они там и осуждают. Ну, три, да, меня здесь? Примерно три, да? Три минимум еще даже сколько-то. Три с половиной. Метр 78. Значит, вот. Три с половиной где-то вот. Ну, шесть с копейками, значит, наверное. Да. Мощно сделано, конечно.
Это здесь вот этому парню влетела доска сколько... в лоб-то. Из монитора, говорит, вылетела. Говорит, он да. не понял, да, как его лоб. Представь, сколько лет уже это стоит все. Да, ну вот это. Ну видишь, вот они, железяка. И сверху, я думаю, что они, может быть, не в землю даже, на железяке висят. А может и в землю. Да не, в землю-то сколько-то есть. Ну, может быть. А вот этот, помнишь, да, вот когда приезжал Роспотребнадзор, и они текали вот, вот это туда это. Они, да? Да, туда. Гром куда... молнии это здесь, да? Ну, видимо, вот туда они теканули, и вот это все. А туда они текали, чтобы вот обойти туда и в деревню, вот да? Вот туда, прям вглубь, и все, и потом. Ну, да. Все выдумано, как убежать куда-то. Не, они убежать. Тренировались, тренировки были. Все серьезно, и они сработали как, ну, профессионально, негативно. Может, им пригодится это жизни, дети. Не знаю. Да это никогда не забудешь, конечно. Да, такое. И Леха участвовал, ты самое. Леха участвовал во всем этом. Ну так он. Леха. Да, понимаешь, понятно, он это недавно с детьми только. Все помогал. Ну, короче. Это вот. Недавно. Он допустил в себя вот эту мысль, то, что он ненормальный и прочее. И бес в него вошел. И тем более на него капали в этом деле. И все. И теперь уже все по-другому. Все, что он тогда до этого ценил. Все, что видел как он, плюс, все, он потерял он тебе, все. О, это все, все будет, отнято, уже, будет потеряно. Уже, не, уже отнято. Оно так и есть. Дух входит, и все. Это вот как ты, сектанты. Они читают ту же самую Библию. Но они читают и видят совершенно другое. В них другой дух, им другое показывает. А если в тебе дух Божий, то он тебе другое показывает. Тебя покажу. Что ты тут тоже был. Да, я здесь тоже был. И здесь, а тут думают люди, факты какие-то, аргументы, что-то говорит. Нет, это дух, он входит в тебя, и ты видишь все по-другому, в другом свете, по-другому это оцениваешь. И вот дети сами за каждый год, ну это понятно, с дождем-то вымывают, да, глину. И вот они это все ремонтировали сами, ну детишки. То есть их... Вот ну, там вот яма, я так понял, была, он показывал, и они оттуда и красили брали. Потом. Ага. Не, ну мы красили, конечно, Никита, я, Володя, и подмазывали. Но все равно, и дети... Нет, труд-то был у них, до двух часов они трудились, либо там на огороде с Володей. Понятно, дрова вот это все, заготовка в год была перманентная. Знаешь, фильмы какие-то про Володю? Вот он, знаешь, как дышит, ну ты как будто под открытым небом. Он вот и вещает, а вот ощущение, что вот оно все, вот ты прям на воздухе.